Все, собаки лают, врагов пугают. А у нас в костровом месте рыбка коптится. И осталось совсем немного до того, как ее снять. Это надо видеть. Ну, сейчас пойдем и посмотрим. Ночные флоксы. Господи, как же стало быстро стемнеть. Даже не верится, что лето пролетело. Ну вот, очаг цивилизации. Вся семья в сборе. Ну? Росян? Ну? Чё, блин? Чё там копаешь? А, перчатки ищешь? Ищи. Там лежала. А это наша коптильня. Там рыбка коптится. Вкусненькая. Нет, вон там рыбка. Нет. Слушайте, это я хотела вроде как снимать через паузу, но почему-то у меня все время начинается отсчет с нового времени. Это нормально? Хорошо. Парта какой. Вот это. Что, открываем? Ну. Наливай, поговорим. Рыбка готова. А, какая рыбка у нас готова. Что-то не совсем то, что было, да? Слушай, ну, ты три штуки изложил, да? Да. Ребят, как обидно, что не удается передать запах. Ну, Кари, как всегда, на месте. Она знает, что ей что-нибудь вкусненькое предстоит. Да? Уже облизываешься. Ну-ка. Что у нас там? Совсем готово. А? Совсем готово. Это у нас горбуша, да? Нет, это все. Горбуша ниже. А что, вы не взяли? Взяли, говорю. Внизу все. А-а-а, где-то там в недрах. Ну, по-моему, не готово. Какой аромат. Слушай, я бы еще подержал. Давайте подержим. Она не закрылась. Ой, а это что, зелененькое? Что, зелененькое? Что это зелененькое, папа? Дизлин. Это орец. Просто в тот раз угли были лучше. Да. В тот раз было больше березы. Не, в этом году я точно березу закажу. Хорошая береза, она не гнилая была. А здесь она уже такая заветная, она вот не дала таких углей было. Все, убедили. Вот на следующий здесь. Год я заказываю березу. Вот добрые журавли мне ее привезут вместе с остальными дровами. Чего? Глазки, Бубо? А ты знаешь, что дым древесный весьма полезен? У нас здесь горит осина, ольха. Этим обкуриваются. Это от насморка помогает. О, зомби. Страшный маленький зомби. Нет, я вообще не зомби. Да ладно. А кто меня пугал на днях? Блин, тут это я уже боялся. Бу еще то. Коптиться не шло. Это полная бу. Это такая буковка. Такая буковка. Слушай, буковка вообще очень много. Раньше их было еще больше. Ну, сейчас только те, которые необходимы. Так, ну я предвкушаю. И он дундит, и будет... Нет, это было чокнуться. Чус, будь здоров. Кари, что такое? Ну вот, охранники бдят. Это моя секьюрити. Без них куда. Кто-то чужой. Кто-то чужую рыбку унюхал. Ну, если хороший человек, то угостим. А так только нам достанется. Да. Да? Ты со мной согласен? Да. Мы тебе отнесем рыбку. Мне не надо относить, я уже присутствую. Ой. Недра. И закат. Ой, как. Тебя не видно так. А посмотри, как здесь. О, а я вас все вижу. Темно. А мы тебя нет, потому что темно стало. Ладно, потом костер еще запарим. Хорошо.
хорошо хоть свои. Ну ладно, всем всего хорошего. А у нас тут рыбка подходит. До свидания.